крыши текут, проводка искрит, придомовые территории завалены снегом. Ответственные лица исполнять свои обязанности не торопятся, на жалобы жильцов не реагируют. Смотрим, на что закрыли коммунальщики глаза в этот раз. Сверху заливает водой, света нет, специалистов не дождешься. Как выживают жители одной из многоэтажек Барнаула? Как только потепление идет, либо дожди летом, у нас все, тут все в воде, все полностью плавает. Сугробы у дома дворника жильцы не видели несколько лет, да и выехать из двора крайне затруднительно. И уровень снега будет отлично видно. Вот посмотрите, ну в колено. Если в доме течет крыша, жить в нем не сахар в любое время года. А весна и осень становятся особенно невыносимыми. Именно с такой проблемой и столкнулись жители этого дома. И если с потопами они справляются с помощью тряпок и тазиков, то с замыканием электропроводки разбираться самостоятельно крайне небезопасно. Как только мы тонем, нам приходится все вот это электрооборудование отсюда убирать. Соответственно, вот она стена, вот эта, она, то есть, когда вот вода бежит, то есть до нее прикасаешься, она прям током начинает бить. Так живут люди в девятиэтажке на Юрина 186. Более 10 лет в доме течет крыша, а в межсезонье вода просачивается до 8 этажа. Мы там какие-то дополнительные удлинители тянем, чтобы свет горел. На кухне его тоже, то есть частично нету. И как бы, ну, то есть звонили, пытались как-то связаться. Я дежурно передам, что у вас идет течь с крыши, а свет мы не будем делать, потому что, во-первых, там сырость. Ну, если у нас сейчас вообще вся квартира без света останется, и что нам делать? Ну, а мы что сделаем? Делайте, блядь, свою работу-то. Мы рассчитывали на то, конечно, уже в декабре не на ремонт, но мы рассчитывали на то, что хотя бы будет сброшен снег, чтобы у людей не текла вода просто с потолка. Этого тоже не было организовано. Такое ощущение, что люди где-то живут, а мы где-то на другой планете. Вызвать электрика Максим Климов не мог около недели. В других квартирах проблемы с проводкой возникали и раньше. Как раз мокрая стена, а здесь вся проводка. Все провода внутри стены. И вот под этими, под обоями, и прям по обоям побежал огонь. Я говорю, ой, господи, я так перепугалась. В коридоре у нас рубильник этот, я побежала выключать. Таких как бы проблем не слышал я про такие проблемы, что уж глобально. Да, была, вот теперь, но есть протечки в любом случае. То есть то, что подлежит сегодня капитальному ремонту, текущим ремонтом выполнить, ну, скажем так, не очень просто, это нельзя. К слову, после посещения нами ДЭС-2 в течение получаса пришел специалист и починил проводку. Жители могут обратиться к независимым оценщикам, это стоит, на самом деле, услуга не так дорого, посчитать вот тот восстановительный ремонт, который необходимо провести внутри квартиры в результате протекания кровли, и обратиться с претензией в адрес управляющей компании. Если управляющая компания в течение 10 дней на денежные средства на счет потребителя не перечислит, потребитель имеет право обратиться за взысканием денежных сумм уже в судебном порядке. Как показывает практика, подчеркивает юрист, с управляющей компанией будет взыскана сумма ущерба, сумма штрафа за неудовлетворение требований потребителя добровольно и пеня за просрочку перечисления средств. Однако проблема с протекающей крышей может решиться после капремонта, а запланирован он только на 26-28 годы. Неоднократно документы по переносу срока капитального ремонта подавались по этому дому в комитет жилищно-коммунального хозяйства города. Знаете все, что средств на капитальный ремонт, к сожалению, не хватает. Требуется для капитального ремонта многоквартирного жилья в крае порядка 2 миллиардов рублей. К сожалению, таких денег нет. По инициативе жильцов провели собрание. Решили собирать дополнительные средства на текущий ремонт кровли. Собираемость дома более 90%. Будет сейчас в весенние месяцы идти начисление, ну и будут произведены работы. Опять же, латочный ремонт. Насколько их хватит, неизвестно. Вот эти ванны. А это вот ванну делали, да. Это вот над нашу она как раз. Почему или нет? Нет. Дворников заверил, компания снова подаст документы на перенос даты капремонта. В противном случае жильцам стоит подумать о смене управляющей компании, советует юрист.
О том, чтобы двор дома номер 22 на улице Профинтерна был очищен, жильцы могут только мечтать. По их словам, территорию последний раз чистили несколько лет назад, да и огромные свисающие сосульки представляют угрозу для жизни. Так по тротуару жителям двухэтажки приходится выезжать из двора после чистки улицы трактором. Здесь ни выезда, ни заезда. Снег уже утоптан, я думаю, на полметра, и весной здесь, ну, просто будет не то, что не проехать, даже не пройти. Вячеслав живет в этом доме 3 года и дворников глаза не видел. Говорит, что могут, убирают своими силами. Я раньше дворником работал, мне платили, я вот тут убирался, там убирался. Ну, за такую зарплату я не буду работать. Тут дали 800 рублей за этот дом мне. За месяц? Да, забыл, куда живу было. Платили мне, это сколько там, 5 или 6 выходило. Я еще работал. А тут вот этот дом стоит 500 рублей, ну ладно, 800. Я говорю, нет, извините, пожалуйста, я лучше на диване буду лежать. Дом 22 очень маленький. Тариф 10 рублей. И в месяц бюджет дома 2700 рублей. У дворника с 2700 я мог ему заплатить 500, иначе бы нам не хватило денег ни на что. Но за 500, и я просил, чтобы они по 800 добавили, тогда там мужчина бы ходил, убирал. Так как никому ничего не надо, соответственно, дворника я убрал. За 500 рублей никто чистить не будет. Полуметровые сосульки нависают с крыш. По словам жильцов, сбивают их не всегда. Чаще всего после неоднократных звонков по различным инстанциям. Под сосульками еще идут, да. И дорогу переходить там вообще тоже не чистят. Ждут, наверное, когда петух клюнет в одно место и кому-нибудь на голову упадет это все. По словам гендиректора управляющей компании, сосульки сбивают, но до 22-го дома еще не дошли. И добавляет, договор с домом заключен только на аварийное техническое обслуживание и ведение паспортного учета. Так осенью того года при подготовке к зиме провели работы по восстановлению отопления. Ни одна квартира в течение 10 месяцев не заплатила ничего. 30 тысяч мы истратили осенью. То есть это получается, они год копили, чтобы нам, вот, и то им даже не хватило 3000, 2700, вот они 10, за 10 месяцев 27 должны были заплатить, а не заплатили ни копейки, а я-то 30 тысяч-то потратил. Мораль сей басни такова, хочешь жить в комфорте – плати. На этом все. Напоминаю, если у вас есть коммунальная проблема, звоните в редакцию телеканала «Толк», пишите нам в социальных сетях или оставляйте заявку на сайте. Это был «Коммунальный патруль». До встречи!